Доброе утро и добро пожаловать на мой канал. Начинаем новый день, новый влог. Я сижу на берегу моря. 7 утра. Сегодня, думаю, не буду бегать. Приду. Наберу водички чистой с собой. Посижу, помедитирую. Понаслаждаюсь тишиной, шумом моря. Решила записать сегодня последнее видео в отпуске, хотя нам еще 4 дня отдыхать. Думаю, запишу сегодня последнее видео, чтобы потом просто положить камеру, ни о чем не думать и сидеть отдыхать, загорать, посвятить себя последние дни себе, родной. Да. Грустно, когда заканчиваются такие моменты, когда, не знаю, как даже сказать, считайте, мы ждали этот год долго так. Вернее, этот отпуск в этом году. Наверное, я никогда так в отпуск не хотела, как в этом году. Потому что всегда было все спланировано. Не было никаких проблем, никаких препятствий. А в этом году все было под вопросом, под вопросом. И вот в конце, когда уже все, мы едем, кажется, не знаю, был ли отпуск. Мне кажется, его и не было. Он пролетел так быстро, что я даже не заметила. Целый месяц пролетел так быстро, что я не заметила отпуска. Да. Ладно, не будем о грустном. Нужно возвращаться уже домой. Погодка там, конечно, не шепчет. Плюс 18 и дождь. А так хочется, чтобы лето не кончалось. Просто. Чтобы лето не кончалось. Хотя в этом году у нас лета не было. Я взяла с собой чай. Попью сейчас, посижу чаек. Пока мои мужчины спят. Было бы классно еще принести с собой завтрак. Сесть тут позавтракать. Но это как-нибудь уже в другой раз. Сейчас переверну камеру. Я смотрю, а вы не видите ничего. Сейчас я переверну вам камеру. Посмотрите, какая красота. Берем водичку. Вода теплая такая, приятная. Сейчас самое время купаться.
спросите, зачем, Света, тебе вода? Объясню, зачем я набираю каждый год воду с моря, морскую воду. Ну, во-первых, для профилактики, если там горло пополоскать, носик промыть. А вообще, когда у нас солнце, тепло, я на даче обливаюсь этой водой и загар. Хотите, можете тоже поэкспериментировать. Я каждый год вожу воду с моря. Когда мы летали на самолетах, приходилось в самолете ее, ну там одну-две бутылки. А сейчас пока вот мы ездим на машине, сколько уже лет, вот я набираю с собой сюда воды побольше. Мне как раз на целый год хватает. Она не портится, не воняет, не цветет, ничего. Я приезжаю, когда переливаю в стеклянную посуду в банке. Вот она у меня до сих пор, еще с того года осталась вот столечко воды на даче. Вообще, идеальная вода. Да, видите? Море говорит, ты права. Ладно, пойду я дальше набирать. Как все-таки здорово выпить чай на берегу моря. Ладно, пойду я теперь домой готовить завтрак. Воды набрала, чая напилась, посидела с такой вот красотой. Пойду. Вы продолжайте смотреть. Буду записывать дальше сегодня. А потом, наверное, сниму уже дорогу назад. Была сюда дорога. Теперь сниму следующее видео после этого. Дорога назад. Домой. Ладно, все, пошла я. Ну что ж, по традиции сниму наш завтрак. Сегодня у нас яичница с помидорами. Тосты из кукурузного хлеба. Тут тоже такая вот вкусняшка. Масло, кетчуп, чай. И красота. Сегодня пасмурно. Солнышко, может быть, будет после обеда. А так приятно. Погода прям приятная. Устаешь тоже, конечно, от такой жары. Особенно, когда под 40. Устаешь. Поэтому сегодня такой у нас релакс-день от жары. Ну что ж, мы будем завтракать. И всем тоже приятного аппетита. Я забыла поставить банку меда для Саши. Любитель меда. Уже почти чуть-чуть. Ну, как раз вот доест. Банку меда. Теперь все. Теперь можно садиться завтракать. Купили вот такие вот персики на базаре. Такие огромные, я бы сказала. Вон моя рука. Сейчас его хочу разрезать. Покушать. Сегодня вообще так ветрено. Прям ветер сильный. Ну что, будем пробовать вот такие вот персики. Вкусно. Я в обед спала, поэтому такая заспанная. Что-то мне так разморило. Покушали. Думаю, пойду полежу. И уснула. Какие вкусные, прям такие сладкие-сладкие. Ой! Я же говорю, ветер какой.
вкусные персики. Жалко, что у нас таких не продают. Отвыкаешь, когда от нормальной пищи, правильной, все такое химозное, да, пластмассовое. Кушаешь, и во рту тает. Такой сладкий-сладкий персик. Сочный. Буду видео смотреть и вспоминать. Какие я вкусные персики здесь ела. Думала купить с собой. Но все ведь не увезешь. Да. Они такие мягкие, мне кажется, они дорогу не передержат. Не выдержат дорогу, потому что они очень мягкие. Боюсь, что они пропадут у меня в дороге. Ну, хоть тут наемся. А на следующий год приеду, еще поем. Посмотри, какой ветер, а. А на море там вообще делать нечего. Даже можно и не ходить. Вечером, если ветер стихнет, пойдем. Прям вот и погода тоже не очень. Отпуск заканчивается. Все не то, все не так. Ладно, буду я кушать. Ну что же, будем прощаться с морем. Как мне нравятся здесь закаты. Такие умиротворенные, спокойные, красивые закаты. Так бы сидела целый вечер. Люди начинают ходить гулять, наряжаются, фотографируются, все гуляют. Шум моря. Так неохота уезжать, но надо. Но мы вернемся. На следующий год обязательно вернемся. Всегда так грустно, знаете, сперва готовишься к отпуску, так прям аж такой адреналин. К отпуску готовишься, там планируешь. Когда уже подходит отпуск к концу, уже считаешь эти дни. Так грустно. Потому что опять приедем домой, опять свои сложности, там всякие проблемки, какие-то неотложные дела, суета, и закрутит тебя, и завертит. Вот. Но у меня остаются фотографии, видео, которые буду сидеть и пересматривать долгими зимними вечерами, которые будут согревать мне душу до следующего года. Знаете, кажется, уже привыкла, что на меня обращают внимание. Вот тут сейчас сижу на берегу, да, общаюсь с камерой. Все идут и оборачиваются. Думаю, ну, вроде бы я уже привыкла, но в то же время как-то еще дико все опять смотрят, смотрят. И я теряю мысль. Вот. Посижу сейчас, полюбуюсь этим закатом, закончу это видео, прощальный вечер. Ай, как красиво! Я надеюсь, что мои видео были для вас интересными, и я доставила вам удовольствие, кучу эмоций,
Кто не был на море, побывал со мной на море. Отдохнули. Показала вам эту страну. Как сказать? С моей, да, стороны. Сколько, ну как вот, как смогла, так вам я и рассказала, показала. Я старалась. Я старалась, чтобы вам было интересно со мной. Ну и на этом я уже буду заканчивать свое видео. Как сказать? Отпуск. Да. Последний вечер. А дорога уже будет в следующем видео. Ну что же, я буду с вами прощаться. Всем пока и до новых встреч! Ну и по традиции кидаем денежку в море, чтобы вернуться на следующий год. Пока-пока, море! Жди нас! Какое красивое! Я буду скучать! Я буду скучать, но я вернусь.